Всегда приятно прикоснуться к рецептам, которые готовятся многие годы и даже столетия. Не зря некоторые варианты до сих пор остаются популярными и востребованными. Например, совсем недавно я узнала, как приготовить чесночный соус тум. Это восточный кремовый соус. Он очень простой, но удивительно подходит ко многим блюдам. Его часто добавляют в шаверму, подают к колбаскам, а также преподносят с печеной рыбой или морепродуктами. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Выдавите из лимона сок, в блендере взбейте его с маслом и солью. Почистите и пропустите чеснок через пресс, добавьте его к смеси в блендере. Потом добавьте бейлок, взбейте соус до единой консистенции, украсьте его нарезанным укропом. Вкусняшки, подписавшимся. Вот из чего готовим блюдо. Оливковое масло 150 мл, лимон 0,25 штуки, яичный бейлок 1 штука, чеснок 3 зубчика, соль 1 щепотка, укроп по вкусу, количество порций 4-6. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте, подписка — гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Следите за новыми видео на канале, и всем пока!